Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова Ви, наконец-таки, и мы с вами продолжаем записи Borderlands 2 RU. Итак, для тех, кто не в курсе, у меня последние где-то полтора месяца были проблемы с записью. То компьютер пришел, надо было его тестировать, то все 5-10, потом уже отказал микрофон, собака такая. И вместо нужного микрофона для записи видео мы взяли микрофон для записи песен. То есть конденсаторный микрофон, но приспособленный под стойку микрофона. То есть для выступлений, для записи песен, но не для записи видео. И у меня, да, я настолько тупой, ушло где-то месяц, чтобы настроить микрофон, сделать для него самодельную подставку, и чтобы хоть как-то меня было слышно. Да, к сожалению, поп-фильтра у меня нет даже самодельного, но зато хоть как-то, с другой стороны, потому что вот уже где-то полтора месяца канал пустует, потому что у меня нет возможности, не было, записывать видео. Сегодня я еще пытался запустить пару стримов, но столкнулся с такой проблемой, как низкий поток. Скорее всего, это проблема в интернете, так как компьютер, хоть с ним пришлось немного поебаться, но, как видите, картинка в разы улучшилась. Тупо потому, что у меня сейчас уже высокие настройки стоят. Ну, кроме прорисовки, я тупо не хочу ее делать высокой. У меня просто высокие настройки. А, ну да, вот так. И суть в том, что как бы... Ну, фильтрацию я не люблю ставить. Суть в том, что компьютер и микрофон нормальные. Ну, по крайней мере, микрофон, я надеюсь, что нормальный. Но, блин, я надеюсь реально, что нормальный. Но он не для видеозаписей. И... Суть в том, что для стримов мне нужен более быстрый интернет. Так что пока что будем общаться посредством группы ВКонтакте и посредством комментариев под видео, так как другого варианта у меня сейчас нет. Собственно, в планах у меня закончить Borderlands 2 RU, собственно, чем мы с вами сегодня и продолжим заниматься. Плюс закончить игрушку под названием Empire, о которой, скорее всего, многие забыли, но, блин. Что-то, собственно, пошло не так, и... Да. Ну, собственно, мы с вами закончим и Borderlands 2, и Empire. В планах у меня, конечно, были стримы. Пройти серию Mass Effect, ну, именно оригинальную серию, а не... хреновую Андромеду, которая лично, по моему мнению, провалилась ко всем херам. Так что, ну, хорош везде, продолжаем. У нас с вами на повестке дня Хаммерлок и его дополнение. Насколько мне известно, для этого нам надо сначала активировать задание «Дикие земли» и переместиться в... Где он? Грот Охотника. Надеюсь, подлагивания не будет и проблем со звуком тоже. Потому что я ебался херову тучу времени с этим всем делом. А где интро? Где интро-то нового дополнения? Мило. Простите, мне туда, да? Ну, ладно. Ладно, ладно, ладно. Так. Да, хрен с ним, с этими контейнерами. Мне сейчас там пока ловить нечего. Да уж. А, да, мне сюда. Интер, ёб твою. Ты чё такое? Здрасте.
Ты как ты ко мне будешь подходить? А, ты будешь стрелять, да? Сука. Ладно. Иди сюда. Я умею с такими падлами большими, как ты, обращаться. Левиафана только так завалил. Я про этот... Про Сабнатику говорю. Так. Ну, это что-то нет интро, к сожалению, почему-то. Ёпа-мать. Как у тебя башка-то расположена хотя бы? Ладно, хрен с тобой. Собственно... Да, в который раз я уже говорю о том, что у меня в планах закончить Borderlands 2 и закончить Empire, и в который раз у меня это не выходит, но я, блин, все-таки надеюсь, что теперь у меня выйдет закончить Borderlands 2 RU и Empire. Просто потому, что слишком долго стоять эти два проекта, если их так можно назвать. Слишком действительно долго. Я, по-моему, начал Empire. По-моему, в марте я его начал. Этого года, если не раньше. А Borderlands 2 у меня и то раньше был запущен, по-моему, год назад. Летом 17-го. Возможно, да. Я не помню, честно. И суть в том, что они слишком долго простаивают. Во мне все-таки есть небольшая часть перфекциониста, так что хочется закончить это все. Не всегда выходит, но хочется, да. Да. Но вообще хотелось, конечно, стримы запустить. Ты, блядь, что такое? Как ты влетаешь вообще? Сука! Ты как летаешь? Не, я вижу крылья, но... Бля! Это как крылья у... Твою мать, как это дерьмо называется-то? Скажи, я скажу. Монород кем был? Или монорох? Неважно. Бля! Да ладно. Ты еще и стрелять умеешь? Нет, не повелитель ужаса. Как-то по-другому они называются. Бля, да сдохни уже. Спасибо. Так. Так вот, как у этих существ, типа монороха, крылья. Они слишком мелкие для такой огромной туши. Вот о чем я говорил. Так, о чем я еще говорил-то? А, по поводу стримов. Хотелось пройти серию Mass Effect с первой части, но не... записями, потому что записи, ну, это немного муторно с той точки зрения, что как бы запись идет, запись потом через какое-то время выходит на канале, и только потом вы реагируете, если кто-то вообще реагирует. То есть там комментарии, лайки, дизлайки, прочая хрень. Но... Блин, а стрим это в прямом эфире, именно общение, но, к сожалению, из-за своего интернета я не могу это сделать. Звезди давай! А.
То есть к нему надо было зайти через эти ворота. Ну ладно. Ладно, пофигу. Ну, блин, я не знаю, честно. Я пытался стримить Impaya. Impaya не настолько требовательная игра, насколько возможно. Ну, грубо говоря, даже на моем старом компе Impaya могла идти спокойно на высоких. А здесь именно трансляция, она лагает. Ну и что ты встал? Ну мы как бы идем или нет? Бля! Здрасте! Отсюда! Херагна. Неплохо. Ты идешь или чё? Вы откуда появляетесь, суки? Что, из воздуха, что ли, появляетесь? Вы охренели? О чем я говорил? Он наконец начал палить. Вопрос, куда он палит-то? Пошел сюда. Ты куда палишь, придурок? Серьезно, да? Ладно. Не выеживайся, чувак. И вы тоже. Кто тут еще живой? Ёпта. Ёпта. Ёп. Бля, хомуха. Если ты... А, это сам горящий колдун. Ну иди сюда, сука. Я тебе по морде заряжу. Паразит такой. Так. Они сверху, видимо. Да. Так, раз мудила. И два мудила. Все, лежать. Я слепой или... А, с той стороны. Ладно. Так о чем я говорил? А, ну собственно, сначала мы закончим Borderlands 2 и Impaya, а там уже будем смотреть, что да как делать. Будут ли стримы или будут также записи, потому что, ну, блин, серьезно, мой комп тянет. Мой комп первый, второй и третий Mass Effect будет тянуть на высочайших настройках просто на изи. Даже при условии 8 гигов оператива всего лишь. Но зато это вместо 4 гигов оператива. Но вот интернет, да, это проблема. Собственно, ну, короче, закончим, посмотрим.
иди, я догоню. А, дверь открылась. Тогда ладно, я бегу за тобой. Надеюсь, эта огненная херня нас не согрится. А левая зачем? Раз уж такие шутки пошли. Левая тебе нахуя? Левая, это живая? Дайте угадаю. Вот эта вот херня сейчас попрется на него. Нет. Не угадал. А ну пошли сюда, слуги. Где? Ах, и пятикавказцы. И чё мне с этой херней делать? Ну ладно. Херагна раз. Херагна два. Ты чё такой живучий? Нихера себе он живучий. Ну-ка стой, сука. Херагна. Так, раз. Два. Два, я сказал два. Ты чё, охерел там? Ты, сука! Ты кто такой вообще? Так, ну ладно, он идет ко мне, это уже хорошо. Так, стрелок. Сдох. Суповой набор. Ладно. Ну давай, иди сюда, сука. Так. А теперь замерзни. И... Ты оху... Чё? Ты как это сделал, сука? Вот урод. Лежать, падла. Окей. Я забыл, какие у меня тут гранаты валяются. Попал хотя бы. Хуяк. Трипл килл, мазафака. Да сдохни уже. Ты кто такой? Зашло... да что вы все... Перевелись. Так, ну-ка посмотрим. Этот сможет ту же самую магию сделать? Да, смог. Видите, пятикавказец смог. Суп! Какой нахуй джонку меньше свою ебут? Ты, блин... Ты си... Сука! Сдохни, блядь! Сдохни! Сук! На, я сейчас сдохну. Блядь! Ааа...
крот. Вот. Я молчу. Я опять вернулся в грёбаную армату, чтобы попытаться хотя бы превозмочь свой бомбёж, чтобы не быть как ёбаный школьник, который постоянно орёт, матерится и бомбит. Так что буду и здесь тренироваться. Заодно на записи. Так. Полную перезарядку устроим. Так, отлично. И побежали. Хера. Ну-ка. What the hell? Ладно. Так. Now let's go hunting. I've heard tell of an unusual creature out in Silas Grove. Head out there, find it, and do what you do best. By which I mean blast it with tiny bits, of course. Херня вопрос. И теперь стой, сука. Стой! Hello. Things need to be shot, and by Jove, you're the one to shoot them. I hear tell of a Borok that dines only on human flesh. You'll have to be either extremely clever or extremely suicidal to lure it out. I've marked its lair on your echo device. Head there now. Так, и где-то еще у нас... Ага. Как минимум еще два задания. Хорошо, сейчас возьмем задание, посмотрим. Что у нас тут ближе всего будет? Чё, бля? Не-не, серьезно. Чё, бля? Так, редких существ. Dietmar von Heinrich Zimmerschneid speaks to you. The documentary I am filming about you needs a scene of a warrior collecting eggs. Eggs collecting is extremely popular with my target audience. Retrieve some for me, and I will narrate your descent into the Yogi epicenter of the human soul. Так. А теперь скажите мне, как их яйца выглядят? Или их надо фигарить ради этих яиц? Но вот как раз таки второе мне не нравится. Видел синий лучик вот здесь. Бля! Ты чё, ахи... Ты ахи... Ахи-ахи! Да, Лилит, муха-ха-ха-ха-ха-ха. Блин, как сил не хватило. Сдохни, ёпта. Я так понимаю, эту херню надо уничтожать. А может и не надо. Хайль, сюда подошли. Ты офигел?
давай, ёпта. Сдохни. Так. Чё это? Едрить, вы серьёзно? Как бы... Пошел нахер. Не, если эта херня выпадает из них, тогда это хорошо. Если нет, то это херово. Потому что где мне, блядь, еще 22 яйца найти? Хрен ли ты вы обываешься? О, синий облик. Кишми! Отвали! Просто бежим, собираем яйца. Я вертел с ними заниматься. Убийствами. Серьезно. Я вертел их. Ну нахер. Так, вижу четвертое. Так, кстати. А, добраться до клеток, добраться до логова. Нихера себе. И в какой жопе я это должен делать? Ты, мать твою, серьезно сейчас? Ладно. Это где у нас? Это у нас там же. Клетки. Вообще херо пойми. Погодите. Нет, все верно. А, клетки, вот они. А, роковые яйца... Да, везде. Ладно. 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 Ла-л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 а. Я тут... Ах, да, вот. Тут вроде никогошечки. Пошел нахер. Слышь ты! Отвали. Да что ж у вас так до... Херувима здесь. Так, вижу еще яичко. Отсюда, сука. Кис-кис-кис. Да ладно, ловите гранат фашиста. Так, еще яичко. Вы что, не сдохли, что ли? Ловите еще одно. Еще скажите, что вы попадете в меня. Нет? Ну ладно, я попаду. Что ж вы такие, сука, жирные, а? Да что ж вы жирные такие-то, а? Деревянная маска не может защитить от пули, мать вашу.
Книжки есть еще где-то тут? Не. Херва Брукс там право плавал. Так. Ну да, согласен. Как-то по-тупому здесь бегать это просто. Пойдем возьмем лодку. Или что они там предлагали? Джонка. Я хрен его знает, что такое Джонка. Посмотрим. Ну, я вижу еще яичко. Вон там валяется одно. Мне это напомнило топтунов из Сабнатики. Правда, топтуны треногие. Су. Ну иди сюда, сука. Да пиздишься ты у меня сейчас. Сдохни уже. А! Здрасте. Сам того не знаю, я завалил одного из редких. Точнее, сам того забыв. Не, идите нахер. Не хочу. Ладно. Как бы... Ну, видимо, здесь один транспорт. Я это делаю, а черт меня знает. Вопрос. Мы отсюда можем вообще выйти? Ну, и о том, чтобы перейти в другую часть локации. Ты сомневаюсь в этом. А может нет, а может да. О, яичко. Ну-ка, куда ведет тропинка? А тропинка у нас ведет. Херба Брукс его знает куда. Погодите. Мокси? Это твой клуб? А, вот, кстати, как Брок выглядит. Здрасте. Я вижу еще яичко. Хайль! Что-то они какие-то слабенькие. А, Борок, а не Брок. А, это мина. Не надо лезть на нее, придурок. Так, я видел яичко, я его соберу сейчас. Так, бронированный брок. Борок. Еще один. А, тут два бронированных. И два обычных. Ну-ка, подсюда. Ваши бронированные собратья не видят меня. Бля. Окей, Яндекс.
Ладно, понял. Пулями здесь бесполезно сражаться с ними. Моя твоя понимает. Херовый дробовик. Ну куда ты лезешь, мелочь? Умница, отвалил. Да что ж вы... Что ж вы сдохнуть-то норовите, а? Паразиты. Точка сейва. Ну-ка, секунду. Пока. А, это роща Сциллы. Окей, ладно. Так, Розиона попробуем не трогать. Тихо, спокойно, нас тут нет. Не, конечно, их на изи порву. Всех четверых. Это просто трата времени. По-моему, вот клетка. Да чтоб вы сыром гадили! Ублюдки. Вот что ж вы... Вам так сдохнуть хотелось, что ли, а? Вот я не понимаю этих врагов. Серьезно. Вопрос, кто это такой? Дер Мози кто? Монстрозитат. Ты, блядь, где? Ты... Окей, бежим. Ты хули появился, мудила? Вот... Хули вам не спится, крейсеры Авроры? Вот серьезно, я не понимаю. Вот проходит противник недалеко. Ну, блядь, ну не трогай ты его. Ну идет себе, ну идет. Нас не трожь, и мы не тронем. Ну ёп, по мама. Нет, блин, они доебутся все-таки. Так, где эта херня будет? А, дождь пошел. Шикарно. Ты сейчас серьезно, да? Сюда иди. Хорош орать, иди сюда уже. Ты чё, охерел? Ты... О, чё? Чё, бля? Окей, ладно, я недооценил противника. Сука!
Иди сюда, пидикавказец мелкий. Сука! Как мне эту хуйню закрыть-то? Только не говорите, что мне зак... Рывать изнутри, блять! Я просто помолчу. Интересно. Я лучше, блядь, помолчу. О, яичко. Нахуй пошел. И ты тоже пошел нахер. Все пошли нахер. Получи еще пиздец. Вэху! Ну убей ты меня, давай, сука. Теперь ты иди сюда, ублюдок. Еб! Ты, бля... Серьезно? Окей, я не лезу. Разбирайтесь сами. Ну и нахуй я это сделал? Как бы... What? Ладно, насрать мне, идите. Мне его уже не жалко. Нахер пошел! И ты тоже пошел туда же. Колдунишка! Бля. Черт. Кончились патроны. Жаль. Вот да выебываются, потом... Я сейчас поднимусь же. Что-то даже у меня сейчас начало лагать. Ну хули, дострелялся? Хули вы выёбываетесь все?
Мы самые крутые. Хер, я самый крутой здесь. Жалко, здесь нет быстрого перемещения в Скайриме. На, еще сильнее. Ага. У меня роутер перегрелся. Походу. Ну он тупо взял. И перезагрузился, сука. Ты что, тех переебал за мной решил прийти? Ну хер по брукс тебе тогда. Желание меня убить. Сам сдох. Так, ну я так понимаю, это у нас уже конец локации. Нахера я Риди-то сюда положил? Идите вы в... Это больше раздражает, чем что-либо еще. Серьезно. Это больше раздражает, чем дает сложность в игре. Вижу еще яичко. Ой, идите-ка вы все нахер, а? Идите нахер, ребят. Куда, блядь, полетело? Обратно лети, сука. Не, понимаю, что я сам ее кинул вперед. Ёпта, враги-то сзади. О, сохранка. Уже это вряд ли точка перемещения. Само собой. Какой придурок сюда точку перемещения-то впихнет? Уж, ну серьезно, это потенциальная база противника. Иди нахуй даже. Уйди сюда. Вот пидорас, а. Даже не пидикавказец, а именно пидорас. Че-то, мне кажется, я сейчас подохну нахуй. А может нет. Может да. Моя твоя понимает. Кто что видел? О, ёпта. Вопрос. По-моему, вопрос отпал. Отпал же? Отпал. Дайте угадаю. Не угадал, не кислота. Так, это, видимо, еще одна иридиевая печка. Вопрос, нахера я это делаю? Бля! Серьезно? Ты сейчас серьезно, да? Какого хера вообще? Ты что на меня загрелся? Я тебя трогал вообще? Ёпта и мать! Вот сейчас, да, сейчас я тебя трогал. Хули ты на меня залезла вообще с самого начала? Уйди сюда. Да. Да, я дебил. Да. Я не отрицаю.
Поехали. Пока перезарядку сделаем. И судя по всему, здесь тупик. Мне надо валить обратно. Нахер сюда. Да, насколько я помню, нам надо направо. Куда-то нам направо. Что-то чуточку склеротик. Или мне так кажется. Я хер его знает, зачем я это делаю, но зачем-то я это делаю. Так, это не точка перемещения, а жаль. Наш транспорт до сих пор тут стоит. Прикольно. О, яичко. Дай. Ёпа мама. И еще одну вижу, кстати. Философ немецкий. Так, четыре ноги, идем дальше. Так, вижу как минимум еще два яичка. Сука, шо ж такие живучие-то, а все? Пошел отсюда. Дважды пошел отсюда. Трижды. Сука. Сдохните уже, ёб вашу мать. Хули вы такие дикие? Эти колдуняшки уже заколебали. Сюда иди, сука. Да ладно тебе. Ты же на меня внимание обратил, сука. Ничего больше нет. Хорошо. А, нет, мне надо другое место. На С вроде бы. Хорошо. Вот еще одна печка иридиевая. Я не знаю, нахера это надо, но, видимо, зачем-то надо.
просто водителя мне надо. Так. Мне, скорее всего, вот сюда. Да ладно вам. Ну иди сюда, сука. Иди сюда. Троллики, кролики. Я до сих пор, сука, помню. Бля. Ты охерел? И ты, что ли, тоже охерел? А остальные что не охереют? Кис-кис-кис, сука! Ты как это сделал, сука? Копперфильд! Слышь? Ты что сделал, сука? Иди сюда нафиг! Как он предугадал, а? Ладно. Пекин. Просто Пекин. Ай, что-то мне это не нравится все. Ай, не нравится мне все это. О, два яйца еще есть. Вся сущность репортеров открывается. Ну, по крайней мере, российских. Сказали что-то сделать, заплатили за это. А потом, а какого хера он это делает? Когда он перестанет это делать? Ах, он тварь такая, что он это делает. Ты хули не взорвалась? Это не мина? Это типа купола, как в Evolve, по-моему, в Stage 2. Я не знаю, был ли первый такой купол. А что-то он как-то тут не совсем так работает. Потому что, по идее, этот купол должен блокировать выход существ и, соответственно, персонажей оттуда, но не давать проникать внутрь и не давать выходить. А тут он дает проникать, но не дает игроку выходить. И, сука, взрывается. Вопрос, нахера мы сюда приперлись-то? Как бы... Раздать пиздюлей мордоплюем, что ли?
Что-то я не догоняю. Окей, ладно. Логово где-то здесь. Окей, ладно. Но, видимо, здесь это просто ловушка на Каяму вот это. Потому что, ну... Фу, у меня другого объяснения нет. Ну и два яйца заодно, да. Здесь нихера нема. Здесь мы могли застрять, но не застряли. Сейчас, блин, докаркаю все, а? Как бы... Я немного туповатый. Да, я не отрицаю это. Потому что я, блядь, не вижу пути внутрь, сука. Он вроде есть, но его как бы нет. Ладненько. Ладненько. Сейчас сдаем задание и заканчиваем на эту серию. Потому что я уверен, слишком долго все. Ну, хотя, возможно, я... Черт. Черт его знает. Буду ли я продолжать это все дело? Или пока закончу? Пока у меня окончательно не будет нормального... Ну, как нормального. Скажем так, более хорошего микрофона, вот чисто для записи, чтобы мне не надо было с ним заколебываться. И мне еще надо немного комп проапгрейдить. Так как все-таки... Как все-таки, да, процессор двухъядерный вместо четырех ядер. Несмотря на то, что у меня было даже на моем старом компе процессор с четырьмя ядрами. Но все-таки этот процессор мощнее. С другой стороны, мне нужно мощнее, да. И плюс мне еще нужно памяти. Побольше. Судя по всему, в ней проблема. Еще бывает. Ну что-то серьезно, понять не могу, как мне попасть в этот гребаный лагерь. Совсем туповатый.
На этом мы с вами закончим серию. Всем спасибо за внимание. Всем пока, всем удачи. И до встречи с вами в следующей серии, которая не знаю, когда будет, но и будет ли вообще. Не знаю, честно говоря. Подумаем, покумекаем. Всем пока.